Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы вам рассказать о том, как я привел Унаби позднее. Не тогда, когда черенки только начали прорастать, а где-то через месяц, в мае. Как это я сделал? Я черенки, которые прививал, оставил в полиэтиленовом кульке. И прошло уже почти месяц, и эти черенки я не трогал. Потом я их поместил в банку, и они были почти сухие, они начали прорастать. Я увидел, что образуется уже на них поросль, почек не бывает на унаби, и поросль образуется. И я начал прививать. Вот в конце мая я привил этот черенок. Вот, пожалуйста. Вот. Видно, что он уже хочет привиться. Этим я хочу сказать, что не обязательно прививать черенки только весной. Можно их оставить. Но я не пробовал. Можно было, может быть, даже в холодильнике они лучше сохранились. Просто я для них самый худший вариант. Просто оставил их в сумке и решил попробовать. Ну, как видите, результат, мой опыт был успешен. Я хочу, чтобы кто хочет, другие деревья я тоже попробую. Но это мой опыт. Мне показывает, что если даже черенки даже будут храниться месяц, или даже, может быть, два, они сохраняют свою схожесть. И их можно даже, наверное, пересылать из одного города в другой и потом прививать. Это очень важно для меня. Спасибо большое за просмотр. И я думаю, что кто хочет прививать деревья, для них это может быть тоже интересно.